На 5 октября в Новгородской области выявили еще 57 случаев заражения COVID-19. Накануне было 58, и эти цифры держатся уже почти неделю. Всего с начала тестирования в регионе коронавирус выявили у 5530 жителей. Скончались 86 человек. Примерно аналогичную статистику дают и наши соседи. Тверская, Вологодская, Псковская области. За исключением, разумеется, Санкт-Петербурга и Ленобласти. Напомним, что по данным Роспотребнадзора, с начала осени отмечается увеличение доли заболевших коронавирусом пенсионеров старше 65 лет. Если в августе таких было 18%, то в сентябре 24%. Губернатор Андрей Никитин рекомендовал пожилым людям ограничивать посещение общественных мест. Также глава региона потребовал ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и общественном транспорте. Для этого проводятся специальные рейды с участием представителей местных администраций, полиции и Роспотребнадзора.